Украине состоялись выборы в местные органы власти. Граждане выбирали глав городов, депутатов городских и сельских советов. Согласно результатам выборов, ни один представитель партии президента Украины Владимира Зеленского, «Слуга народа», не смог одержать победы. Боксер и по совместительству мэр Киева Виталий Кличко боролся за право остаться на своем месте с Ириной Верещук, представительницей партии «Слуга народа». Результат потрясающий. Компетенции Кличко хватило, чтобы набрать 48% голосов, а Ирина Верещук заняла лишь четвертое место, набрав 8%. Примерно такие же результаты и по всей Украине. В чем же дело? Ведь за Зеленского голосовало большинство населения Украины. На выборах прошлого года его партия по спискам получила 43%. А сейчас рейтинги катастрофически падают. Все очень просто. Каждый год, начиная с 2015-го, жителям Украины показывают сериал, который называется «Слуга народа». В главной роли снимался Владимир Зеленский. Он был очень убедителен в этой роли, он действительно хороший актер. Люди проголосовали за тот образ, который он создал на экране. Но одно дело сыграть роль в фильме, другое стать президентом наяву. И, наверное, если бы с 2015 года показывали фильм с Татьяной Верюк о том, как она стала прекрасным мэром, то она бы победила Кличко и стала мэром Киева. Но этого не происходит. Жители Украины теперь судят о деятельности партии «Слуга народа» не по словам, а по поступкам. Новых серий не выходит, а в реальности роль президента у Зеленского не всегда получается. Поэтому и результаты на местных выборах были предсказуемы.